Армения извлекла для себя уроки после тяжелого поражения в 44-дневной войне. Славная победа азербайджанской армии в Отечественной войне надоумила Армению на реформы в армии. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Армения реформирует армию после боевых действий в Карабахе, оптимизирует боевой и численный состав посредством увеличения боевого компонента, переходит на новые системы вооружения и военной техники, сказал он в интервью РИА Новости. Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится. Причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги, добавил Арутюнян. По его словам, основные усилия будут направлены на развитие систем управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, ПВО и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии. Армянский министр отметил, что 25-30 января в Армении находилась представительная делегация Минобороны Российской Федерации для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации вооруженных сил Армении. По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских вооруженных сил. Серьезный акцент сделан на военно-техническую сторону, подчеркнул глава оборонного ведомства.